сегодня, так скажем, боролись из последних сил. Ну, то есть было довольно трудно еще, плюс к тому, что мы рассчитывали выступать все-таки вторыми. Вот, и как-то уже себя настраивали, в последний момент узнали о том, что Алена с Робином снялись. И, ну, как бы стараюсь, конечно, не обращать на это внимание, но все равно какой-то чуть-чуть настрой уже так поменялся. Вот, но с другой стороны, в принципе, довольны сегодняшним прокатом, тем, что все-таки справились с волнением, с напряжением.